дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? То ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружения. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас.